Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи-салон», крупнейшего автомобильного ателье в России. Меня зовут Алексей Крыловецкий. Сегодня мы с вами вместе посмотрим на чудесный проект, который сделал автомобиль Toyota Camry в 70-м кузове, очень уютным и при этом не потребовал каких-то существенных изменений, в частности, окраски пластиковых деталей. К нам попала машина, нафаршированная, и владелец определенно человек очень увлеченный, автомобиль свой любит, и в него вложил уже много сил, времени, денег. И, конечно, в какой-то момент руки дошли уже до интерьера. А интерьер в автомобилях Toyota весьма простой и даже аскетичный. И тканевый, и светлый серый потолок не доставлял удовольствия именно из-за фактуры. Фактура этой самой ткани, она выглядит все время какой-то неровной, негладкой, да и грязнится достаточно быстро. Это я подтверждаю как владелец автомобиля Toyota. Поэтому, когда он к нам обратился за перетяжкой потолка, стоек, это для нас, в общем-то, не было сюрпризом, и мы понимали, почему. Но сюрпризом стало то, что, в отличие от многих владельцев автомобилей Toyota, нам предстояло перешивать потолок, не меняя его цвет. Так уж получается, что чаще всего при перетяжке потолка владельцы сразу хотят сделать его темным. Это актуальная задача для крупных автомобилей, крупных внедорожников, где темный цвет не будет сильно скрадывать пространство давить, но для седана вроде Camry такое решение могло бы оказаться несколько ущербным, да, и в каком-то смысле заставить владельца мучиться от того, что пространство в автомобиле резко сократилось. Напротив, использовав настоящую итальянскую алькантару серого цвета, идеально подобранную под цвет пластика, нам удалось сохранить светлый салон, светлую его верхнюю часть, и при этом сделать так, чтобы он стал более уютным. И поэтому нам не потребовалось перекрашивать пластик, а его, кстати, в этом автомобиле на потолке совсем немало. А для того, чтобы перешить полотно потолка, мы разобрали весь салон, вынули его из задней двери аккуратно, не сломав, не переломив никаким образом, сняли стойки, козырьки, и даже на ручках потолочных, хотя они и не были окрашены, но тем не менее, вместо охвата мы нашили алькантаровые такие вот, не знаю, как правильно сказать, нахлобучки. Назову это нахлобучки. Сделали, и получилось очень даже уютно и симпатично. Вся работа занимает порядка 2-3 рабочих дней, и мы можем выполнить подобную задачу для любого автомобиля, в том числе со сменой цвета потолка, а именно смена цвета потолка занимает больше всего времени, ведь мелкий пластик, который нужно окрасить, надо разобрать, надо подготовить, зашкурить, зачистить, покрыть праймером, покрасить специальной краской, потом защитным лаком сверху еще залить таким, который бы предотвращал и стирание краски, и защищал детали от механических повреждений. Окраска пластика на потолке оказывается одна из самых сложных деталей и задач при перетяжке потолка. Но мы с этим справляемся, делали уже огромное количество потолков, а этот автомобиль отправляется к нам в отдельный плейлист по автомобилям Toyota Camry. Вот здесь вот есть ссылка, а мы ждем ваших комментариев, надеемся на лайк, который вы поставите под этим видео. Не забывайте подписываться на наш канал и кликать на колокольчик, чтобы следить за выходом новых серий в автоматическом режиме. Ну и, конечно, напоминаю, у нас есть аккаунты в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook, Drive2 и, конечно, в ТикТоке. Там интересные посты, истории, ссылки. В общем, переходите, читайте, подписывайтесь. Ну, а если вы уже хотите перешить потолок в своем автомобиле, в описании к этому ролику найдете телефон, а также ссылку для перехода в WhatsApp. Записывайтесь, и мы будем рады оказать эту услугу и вам. Желаю удачи, будьте здоровы. Пока!